Всем привет! Сегодня 12 июля. Для меня это самый счастливый день в году, потому что ровно 3 года назад, 12 июля, родилась моя дочка. Сегодня у нее день рождения. Сегодня мы вечером посидим, отметим праздник, и я сяду на машину и поеду в Москву. До этого времени заехал в зал попрощаться со Славиком Ригертом, ну и провести такую легкую тренировочку. А так как вчера была, сами видели, тяжелая тренировка на выносливость, все болит, все забито, спина, икры. Я вам сейчас покажу штучку, которой я постоянно пользуюсь, и ее начинают уже применять даже другие члены сборной команды России по тяжелой атлетике. Вот такая вот штучка, посмотрите. Она называется аппликатор Кузнецова. Не знаю, есть ли такая штука в Америке или в других странах. Она выглядит вот так. Для чего она нужна? Это как сильный раздражитель. А в определенной зоне, когда вы ее прикладываете, то организм в это место выбрасывает огромное количество горячей крови и вместе с тем адреналин. Что нам это дает? Горячая кровь, она помогает разогреть мышцы, чуть-чуть разбить молочную кислоту, а адреналин, сами понимаете, немножечко обезболить. Поэтому, если вас что-то беспокоит, например, сегодня у меня икром вообще полная задница, и мы перед тренировкой сделаем, просто их намотаем, и буквально там минут 10 посидим, кровь прильет, немножечко обезболит, и мы начнем делать там рывочек, толчочек. Поэтому пользуйтесь, очень хорошая штука. В России и в странах, так сказать, СНГ она продается, я уверен, в любых аптеках, в любых медтехниках, аптеках, где угодно, да? А за границей я не знаю, но если что, то приезжая в Россию, вы будете покупать не только шапки-ушанки, водку и прочие атрибуты российской жизни, да, то еще и аппликатор Кузнецова. Поэтому такая штука,